Поместиться в этот туалет практически нереально. Я не знаю, на кого он был рассчитан изначально, но он, блин, пипец какой маленький. Такой резкий, как понос детский. Ну, конечно, все страшно. А не, кстати, потолки высокие, я думал, они низкие. Не, ну тут как сказать, это все нахрен ободрать, передрать, и не так все страшно. Не, ну комната большая, да, я вам все как считаю освободила, все вообще вытянуло. Ну да, нифига себе. Нормально, да. Просто у меня как бы, тут, в принципе, это вообще. Мне казалось, что она вообще крошечная. Ну ты уже с ним разбирайся. Пипец, кухня. Конечно, страшноватенько. Ну кухня здесь самая жестокая. Маленькая вообще. Ну да, да, да. Только маленькая ванна, ты видел? Нет. Паля, видел там, блин. Ну а что ванна, нормально? Ванна, я как бы это, там просто вот это. Ванна нормально. А туалет тоже, горшок нормальный, только вот это все. Не, а что, чисто такой питерский стайл, знаешь? Ну это да, все, а чего? Крыс, мышей тут нету? Где? Ну, в квартире, в подъезде. Нет, нет, крыс нет. Нет? Мои мышей нету, не видела. А этот откуда? А это я еще не выкинула, надо выкинуть. А чье это? Чье это? Забирай, правда? Папина, папа Витя. Папа? Что? Сколько ему лет-то? Лет 30? Ну, 50. Ну, когда он служил в армии? Ну, лет 30 уже, да. Смотри, какой плакат висит, Юлька. А это что за дохлая собака висит? А что это за дохлая собака висит? Ну, все, олень. Олень? Из Лехарда. Этого надо тоже надо. Ему сколько лет? Тоже 200. Ему больше, чем мне. Обои сколько лет назад переклеивали? Лет тоже 20, да? Сколько мы здесь живем? 30? Ну, лет 40 уже. 40 лет не клеились обои? Вот они не клеили, а мы там еще клеили. Ну, там-то да. Все. Поэтому здесь это... Прикольно. Я, короче, не понял, куда мы приехали. Слышишь? Юлька, три фотки моих, а твоих ни одной. Почему? И Путин еще. Нет, Юля у меня там. Ну вот одна, вот вторая, вот третья. Ой, маска точно Витькина. Да, но она, видишь, немножко... Господи, вам это... Как в банк можно все складывать. Это мой плакат Киржакова. Да, да. Ну-ка, ну-ка. Вот это сколько ему лет-то? Блин, слушай, я вообще не помню. Я в школе еще училась. Да тут Киржаков молодой какой-то. Ну, он такой, да. Сейчас ему годы берут свое. У меня вот такой плакат висел в школе, когда учился в 5 классе. Смотри, что я нашел. Ах, какая она, да? А что ты имеешь против Украины? Да не, я просто... Там, и Советский Союз, да, или что это? Военно-морской флот. Ой! Пал украинский флот. Ну, какой раритет я нашел. Это же вообще раритет. Да, друзья, вас все интересовало, что же у нас за квартира в Питере? Вот такая у нас квартира. Сейчас по нашему бомжатнику я проведу вам рум-тур. Это тут злющие выключатели. Непонятная какая-то система. Какие-то тумблеры, шпунглеры. Здесь какой-то шпион, по-моему, жил когда-то. И смотрите. Ремонт здесь не делался больше 30 лет. Но эта комната еще ладно. Хотя как ладно. Ой, вообще какой кошмар. Как-нибудь видели такой туалет? Короче, поместиться в этот туалет практически нереально. Я не знаю, на кого он был рассчитан изначально, но он, блин, пипец какой маленький. А еще он пипец какой грязный. Видите? Это все грязь. Ванна. У меня такое ощущение, что всю эту квартиру, что здесь проектировали какие-то модные питерские художники. Это похоже на задуманный арт-дизайн. Здесь можно
снимать какую-нибудь там идентификацию Борна и выдавать все это за какой-нибудь Кювейт или Алжир. Пола здесь нет, пол здесь цемент. Идем дальше. Кухня, но кухню Юлька уже тут оттерла. Там сундук с золотом. Видишь, какой сундук? И березовый. Нет, это сундук. Кстати, по-моему, от гранат. Вот этот угол мне больше всего нравится. Это вообще колоритная штука. Она же, наверное, что-то с ней делается. Нет? Нет, делается. Это я еще не знаю, что это такое. Это какая-то паутина, гарь. Туалет только так удалось показать. Это кухня. Макси-кухня огромная. А вон как был пол. Да, это пол. Ну, короче, расклад такой, что с момента, походу, как этот дом построили, здесь никто ничего не делал ни разу. Правильно я понимаю? И стены обшарпаны. Но вместе с тем, здесь все настолько старое, что складывается ощущение, что это такой дизайн. А вот на камере я уверен, что будет выглядеть, знаешь, так стильно, как будто вот специально, знаешь, искусственное старение. Так. Последняя квартира, в которой мы жили в Минске, была 86 квадратных метров, трехкомнатная. И после той квартиры здесь находиться очень неоднозначно, я бы так сказал. Поэтому сейчас мы рассматриваем вариант такой, что, возможно, наша поездка в Крым немножко отложится, буквально на пару недель, чтобы в квартире навести хоть какой-то порядок, потому что это жесть полная. Просто жесть. В общем-то, с квартирой все понятно. А еще мы сегодня ходили в магазин соседний, ну, рядом с домом. И цены в этом магазине меня вызвали, мягко говоря, шок. Почему? Смотрите сами.